Атрей, ко мне! Я иду, иду! Покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит тебя. Резец уже рядом, за этими вратами. Come on!
Мир страдает без ее души. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Эти кости источают магию. Наверное, это Гульвейк. Может, возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак лжет тебе, сын. Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Но этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. Гульвейк. Что ты ей скажешь? Гульвейк? Матери. Что ты не успел сказать? Наверное, я просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю. Я... Тебе не понять. Как и тебе. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком. Ты что бы сказал? Ничего. Ничего? Все уже было сказано. А все то, что мы пережили. Как к нам явился тот странный тип. Как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. А ты? Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке. Чтобы не переживала. Атрей, я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю.
Последние. Да. Можно отдать их призраку. Может, он и сдержит слово, и тогда... Да знаю я, что она не вернется. Знаю. Просто... Неважно. Давай отнесем кости. Но почему кости Гульбейк разбросаны? Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Вальхаллу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе расскажет. Мы собрали останки твоей женщины, призрак. Покажи обещанное колдовство. Ах, моя Гульвик вновь цела. Встань, милая Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Эрни укорбитьяст. Она выполнит нашу просьбу. Эрни фагнал. И даст нам... Ин! Я же говорил. Ты глупый мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно.
что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Убил его. О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Самый кончик. Очень-очень большого резца. У великана перстень с каким-то кристаллом. Боюсь, заперто магией. Ничего не вышло. Брат, гляди, кристалл снова сияет.
Отличный ход. Спасибо. Ой, что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Крепко заперто. Наверху что-то есть. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Враги. Будем драться? Трей, сюда! Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Читай. Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему.
Застывшая смола мирового древа. Удачно. Готовься! Thank you.
что как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это...
Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Впереди враг! Ульфарлок! Мимир, ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней.
Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Это что-то необычное. Еще кристалл, дай знак. Что теперь?
Почти вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Трума!